Глава молдавского государства Майя Санду обратится к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом говорится в пресс-коммюнике ПАСЕ. В нем отмечается, что в частности по случаю председательства Германии в Комитете министров Совета Европы канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр по делам Европы в Министерстве иностранных дел ФРГ Михаэль Рот примут участие в весенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в гибридном формате 19-22 апреля. К участникам сессии намерены также обратиться глава Европарламента Давид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Одной из тем сессии станет проблема защиты прав человека.